Так, всем привет! Пока мои друзья отдыхают и отсыхают после вчерашнего у нас там на базе, я решил выдвинуться в лес, пособирать белых грибочков. То есть, так сказать, развеяться и на утренний, на завтрак будут у нас грибы в сметане. А вот и первый грибок на сегодня попался. Посмотрим сейчас, чистенький или нет. Вообще отличный. Вот. Белые грибы есть. Собираем дальше. Тут же следом вот еще один попался. Такой вот красавчик. Вот вышел к такому озеру. Попозже вот сюда вот приду, наверное, порыбачить. Тут карасики золотые. Сейчас сперва с грибами разберусь, пособираю. А потом сюда на рыбалку. Смотрите, какая красота здесь. Тоже чистенький пойдет. Мухоморы мы не собираем. Нам нужны только белые. Сегодня открылся охотничий сезон на утку. Так что тут со всех сторон слышны выстрелы. Причем где-то часов, наверное, с 4-5 утра уже начали бабахать. Народ не спит. А я занимаюсь тихой охотой. Бывает, что они на одной полянке растут семейками, поэтому надо еще походить, посмотреть. А вон. Так, ну вот этот вот старенький уже переросточек. Его трогать не будем. Вот такой красавчик прямо на дороге вот тут рос. На тропиночке. Надо еще посмотреть. По сторонам где-нибудь еще должны расти, значит, рядом. Вот он еще один рядом, сыроежка. Так что грибы поперли белые. Нахожусь я в Караканском бору. Червячок. Там разберемся. Это чистенький. Ищем дальше. Такие вот беленькие. Немного, но попадаются. Буквально минут за 40 я уже насобирал пол пакета. Сильно сегодня не буду злоупотреблять, потому что завтра только домой поедем, завтра и буду собирать уже конкретно. А сегодня только на завтрак. Вот очередной грибочек попался чистенький. Там вон внизу озеро, к которому я подходил. Так что шарюсь тут не сильно далеко. Вот очередной красавчик. Прям на дороге растет. Даже никуда отходить не надо. Такой вот. Вот так вот потихоньку, помаленьку. И наполняю свой пакетик. Смотрите, какие красавцы. Это подосиновик попался.
свеженький. Чистенький. Ищем дальше. Вот тут вот сразу два попалось вместе срощенных. Ну эти уже старенькие. Уже все. Но сам факт, вот близнецы. Вот сразу же два рядом попались. Надо глянуть еще, может еще где-то здесь есть. Вот очередной. Ой, какой красавчик, смотри. Немножко толстая. Чистенький. Ну что, друзья, я думаю, злоупотреблять гостеприимством леса мы не будем. На жареку я вот уже насобирал. На утро, думаю, этого хватит. Потопал я в сторону базы. Порадую своих друзей трофеями. Такое вот деревце интересное попалось.